всем. Сегодня у нас 15 июля. Был ураган, все летало. И ведра, он цветы попереломало. В теплице, Нормально все вот здесь. Вон все, здесь все поулетело. И коробки. Горох весь что-то поперемяло. Вот, как петуния. Такое ветрище было. Надо сейчас смотреть, где какие убытки. Че, где попереломало, нет? Вон картошку все поперемесило. Амаранты. Горох он тоже посломало. Куст он. Смородины весь что-то поизмятый. Такое ветрище, прям как смерчем крутило все. Огурцы вроде ничего. Тут вроде тоже так ничего. О, кукурузу, наверное, попереломало. Одну сломало он, наверное. Сейчас надо будет все где подвязать, где что. Здесь он у домика унесло досточку. Это будет привязать. Вроде она до конца-то не сломана, просто как повалилась. На ночь накрывали все этим укрывным. Ночью тоже дождь был. Но тут прям как-то внезапно так начался. Ветер подул. Так вот все, в общем. Еще более или менее. Здесь кусты подмятые. Здесь цело. Ну, как картошку у соседей прям вообще положила. Лук некоторые он сломала. Ну, еще более или менее так как-то. Картошку он все тоже примяла. Здесь он, вот ветер как был вот таким вот потоком прям целым. Так вот все подмяло. Дыню чуть не унесло, наверное, прям. Ничего, целое отойдет. А так вообще страшнючий ветер. Думали, все, конец света. Ну, так вроде все равно цело хотя бы. Практически все это отойдет. Яблони тоже вроде целые, та целая. Только там амарант, сейчас надо посмотреть, что с ними стало. Те вроде тоже ничего целое. Вот их прям так вот согнуло, но не сломало хоть и то. Ладно. В ту сторону надо будет потом поправлять, в ту сторону, то зачем они будут уклониться. Фасоль тоже он все склонила. Цветок. Он такое ветрище было, если так вот все прям гнуло. В общем, надо будет все проходить и поправлять. Так вот. То дождя нету, то ураган начинается. Там целое все. Минимальные такие вот, так сказать, убытки. Горох тоже, он палки прям повыворотило. Прям вот все. Надо будет поднимать, сейчас идти. А то оно потом, если, ух ты, не убиться. Если не поправить, оно потом все будет кривое да косое. Так вот. В общем, все летало. На ведра и деревья, наверное, поломало. Где на ветру, которые. Облепиха тяжелая, столько ягод опять, ну все. Все в ягодах. Ну, целые ветки. А вот там сейчас покажу вам. Сломала черемуху у соседей. Вон как ветку все разорвала. Такое ветрище. Яблонька наша, она за домом. Думаю, здесь ветер не такой сильный, наверное, но она целая.
Ничего не поломала, а вот черемуху прям свалила, сломила. Вот как пчелка пляшет. За медом хочет лететь, а ураган. Так вот танцует. Когда найдет она взяток, такими движениями она сообщает всем остальным, куда лететь. Вот так вот выглядит огород после урагана. Сегодня будем готовить пирожки с колбасой. Здесь картошка и укроп. И вот такое тесто уже подошло. Сейчас будем лепить и выпекать. Так вот. Делаем пирожки. Начинку укладываем. Кусочек колбаски. И залепляем. Вот такой вот тазик вкусных пирожков получился. Такие вот. Мягкое тесто. Пропеченное, запеченное. Такое вот. Немного наведен порядок. Так вот. Просто если что-то не выпрямить, оно потом может быть такое кривое и остаться. Так вот, амарант поправили. Там немножко пропололи заодно. Так вот. Огород зарастает. Надо опять выходить как-то полоть. Так вот. Дождик, кстати, был небольшой. Всего немножко пролило. Тут уже вон, сухая земля пошла. Где-то сантиметра, может быть, два промочила. Так вот. Огурцы поправили. Плети. Как только не переломала вообще все баклажаны, они были не подвязаны. Теперь вот на палках все подвязано будет. Перцы подрастают. Кукурузину эту вот подвязали. Все. Пускай стоит. Немножко она наклоненная будет теперь. Ну что уже сделаешь. Так вот. Дождика надо все равно еще. Потому что сухо. Сырости все равно мало. Вот немножко совсем-то. Но как будто сверху вот промочено. А дальше все сухо. Только сверху промочил лук. Немного тоже прополон. Теперь. Ну, так вроде все, но все целое. А ветер прям был очень такой вот страшный. Все растет. Начал кто-то есть капусту. Эту белую. Уже вот так вот она подросла. А листья некоторые, вот видите, они все в дырку. Надо будет, наверное, чем-то все равно обрабатывать. Так вот капуста завязывается цветная. И брокколи он уже пошла. Там уже хороший, кстати, он. Через дня, наверное, даже 4-5 уже можно будет срывать. Белую так вообще надо будет, наверное, или завтра, или послезавтра уже сорвать. Качанчик. Кабачки тоже растут. Из своих семян. Какие уже кабачки. Ну, где-то лучше, где-то хуже. Вот эти зеленые. Такие вот. В общем, все подрастает. Там он белый уже перерос. Пчелки опять полетели. Сейчас хоть промочило. Может, какой нектар выделится. Вот так вот. Такой вот небольшой у нас был ураган.